была Бородина, растет великая сосна, а у корней живет корней, сосна над ним, а он под ней, как два звена. Примерно каждую весну корней влезает на сосну, и там сигналит журавлям, зовет лететь со всех полян к Бородину. Когда пришел Наполеон, срубить сосну затеял он, достал топор из портмоне и стал дубасить по сосне со всех сторон. Но собрался совет в филях, и пушки грохнули в полях, как Лев Толстой писал о том, хотя все дело не в Толстом, а в журавлях. Скажи-ка, дядя, это факт, за февралем настанет март, кого с мечом к нам принесет, тот у сосны и отсосет, как Бонапарт. Весна зовет кукареку, корней сигналит на суку, пожалуй, вспомним мы о нем, когда судьбе не раз шепнем «Мерси, Баку, мерси, Баку».